В бой идут одни солдаты. Мы летим занимать топ-1 in the world. Let's go! Суперстор, суперстор, суперстор. Ого. Нифига себе. Я мертвая мышь. Да блять. Как я его перестрелял? Это нереально просто. Мне кажется, килла бафнули. Один из гениальнейших игроков, кстати, был сейчас на ваших экранах. Почему она мини не взрывается? Я ждал, так и не дождался. Взорвался, серьезно, мне даже не показал, как взорвался. По килкам у меня, по-моему, хп плохо. Он до сих пор здесь. Он до сих пор там. Я его зигла сейчас убью, блядь. В натуре чел. Кошмар. Что он там делал? Почему он меня убил вообще? Слева чел был, серьезно? Охуеть. Учитесь на своих ошибках. Неудача – лучший учитель. Давайте-ка посмотрим, как он играет. 10 киллов уже сделал. Мне кажется, он просто бустит аккаунты. Ну, как бы, 58 пинг, судя по всему, он с России, потому что у него на Европе такой пинг. Он решил приехать на ATV Station, наверное, телевизор хочет посмотреть. Так, а я слышу типа тут, кстати, он приехал к типу, в курсе? Или он занять позицию хочет топовую? Нужно на приемку сыграть, да?
Так, залутал ящик. Я слышу типа, кстати, на ТВ Стейшн. Он, походу, не парится или что? Пытается как-то прочекать его. Взорвался какой-то самолет, он на него обратил внимание. Ну, судя по всему, он профессионал. Мастер этой игры, получается. Я не знаю, как его назвать. Тут есть тип, я слышал, что топнул тип, но он пытается его датчиком найти. Хотя знает, походу, о нем, потому что у него есть валхак, который показывает, типа, сквозь стены. Надо зачекать, так. Никого нету. Там, кстати, тип был, мне кажется. Так. Интересно, что-то датчик никого не показывает, странно. Значит, тут никого нету, значит, надо занять другую позицию и поискать в другом месте, наверное, да? Вообще, я просто хотя бы один момент посмотрю, как он стреляет просто, и все. Как он убивает. Мне интересно. О! О! Нифига себе! Увидел типа! Охеренно, не правда ли? Так, посмотрел на крышу. Угу. БПЛА запустил. Так, есть информация по типу, который на крыше. Но тут надо пушить по-любому. У меня есть АИМ. У меня есть... Ну как, не тот АИМ, который работает автоматически, наводясь на голову противника. А тот, который наработан годами, понимаете? Тот АИМ, который тренируется. Тренируется сквозь пот, слезы и кровь с мозолями на руках. Что получается? Бэпка закончилась, но он видел, что типа убили снизу. А есть смысл уже пушить. Вы это видели? Это насколько надо быть гейминиусом, чтобы так вот играть? Это он, понимаете, он пытается не палиться. Он просто пытается не палиться. Он чекает датчиком кого-то непонятно, там БПЛА запускает. Не пушит типов, которых он видит сквозь стену. Ну, смысл? Смысл? Он думает, что его не разоблачат, и он думает, что он типа этот, профессионал? Так. Тропнулся тип на него, на крышу. Понимает, что он где-то на балкончике застрял. Если его сейчас еще убьют, я не знаю, что это будет. Вау, нифига себе! А, на нокнутых, кстати, не работает. Аймлок. Понимает, что его пушат. Надо срочно отхилиться, потому что мало хп, и это не получится разыграть ситуацию, если на него выйду с прыжка. Понимает, что по лестнице поднимается тип, надо законтролить его как-то. Есть датчик, видит типа. Но, по-моему, кстати, он на балкончике сидит до сих пор. Да, он на балкончике сидит. Вау, нифига себе, он стреляет от бедра и попадает в него все пули. Невероятно. Префом выходит, забирает еще одну, но это компетитив игрок, который достоин нашего уважения и овации, потому что... Где? Где? Почему ты играешь в паблик, а до сих пор в паблик играешь? Не понимаю, вот это вот я. Угу. Но он, походу, решил уже... Нет. Не делать вид, что он не палится. Так, куда же дать точку? Давайте-ка мы дадим надбанк. Угу. Там я убил типа, по-любому, наверное, не будет никого. А, это гениальная мысль. Это дать точку на ход типу, который дропается за лутом или что? А, там тип сидит в банке, оказывается. Я хотел у него точку дать. Нифига себе, я гений. Ой, в него целят уже. Залез на крышу, неожиданная позиция. Даем точку. Пугаем противника. И он испугался. Но не взорвался. Угу, по жопе ему дали за то, что он использует сок. О,
вау, нифига себе, обратите внимание на его АИМ профессиональный. Это... Он так стреляет четко, прям все попадает. Это, блин, не знаю даже, это читер или нет. Как вы думаете вообще? На самом деле позиция много решает в Warzone, вы знаете. Когда занимаешь хорошую позицию и видно все вокруг, можно дофига киллов настрелять, что он и делает, в принципе. Вот где контент, понимаете? Вот эти ваши топы, там, когда вы стараетесь потеть, там, пытаетесь красиво играть от позиции, что-то там выучиваете какие-то тайминги, пытаетесь под флешку залетать, там, с прыжков убивать, это все фигня, поверьте. Есть как бы фал, есть охеренный аим, который натренирован, видимо, годами, который, я уже говорил, про мозоли на руках, когда ты тренировал его. Угу, необычная ситуация. Тебе звонят, бро, с КГБ, блять. Алло, вы используете читы, мы вас, блядь, спалили. Вам пизда, вы в курсе? Сука, он не хочет брать трубку. Я ему пытался позвонить. Интересная ситуация. 49 метров видит типа. Датчик главное не отпускать никогда. Идти надо с датчиком. Вот прям на картонах. С датчиком, чтобы с вашего обзора тип не уходил никуда. Понимаешь, что где-то за камнем сидит тип. И ну да, надо расчехлять свой фал, получается. Ага, вау, сука, что это такое, кто это, кто это? Так, ну, тем временем он сделал 17 киллов, за ним наблюдает 3 человека помимо меня. Он понимает, что, в принципе, он в хорошей позиции, его никто не видит. Слышит файты слева, пытается дотянуться датчиком до них, чтобы понять, где сидят типы. Ну, как-то что-то странно, что-то датчик не работает, походу. Оу, май, он взял хило на ВЛК прицеле, вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Вы что, какое ПО? Не надо наговаривать на людей. Я же говорил, он стер свои руки в мозоли, чтобы добиться таких результатов в игре. Именно, правильно, дед говорит, вы не умеете играть. Вот я как-нибудь запишу видосик, закину на ютубчик, как он играет. Вот будете смотреть и анализировать его игру. За счет того, что вы будете смотреть мою эту игру, у вас будет скилл повышаться с каждым разом, понимаете? Фен по столам сидит. На, грузовик, блядь, МП5, чё? Сейчас его задавят. Рон, едь сюда, тут профессионал, у него рекрент под столом сидит. Блядь, он не в зоне, он, походу, сейчас умрет от этого грузика. Он пытается взорвать грузик. Так, 2 живых, видит одного типа, перестреливает, нокает типа на вышке, нужно поджиматься к забору. Понимает, где нокнутый тип, но не понимает, где еще один, который может зайти ему в спину. Нет, он его пытался забрать в спину, но не получилось. Есть инфа по последнему типу, но он не доверяет своей интуиции и пытается использовать датчик, дабы полностью удостовериться в том, что здесь тип. А, это просто легчайшая победа для нашего дорогого персонажа, который побеждает в этой игре, занимает топ-1 и делает тем временем сколько, 19 или 20 киллов. Фантастическая победа, фантастическая игра, советую также играть, нет, не советую, осуждаю, что советую также убивать всех, но как бы таким долбоебом лучше и не быть. Как X, нечестная игра, выход, спасибо за внимание. А сейчас я, посмотрев, как говорится, геймплей данного персонажа, пойду и возьму топ-1. Приятного просмотра.
сон для здоровых людей. Я не здоровый, но все равно хотя бы хочу поддерживать немного. Я вообще не могу нормально спать. Если сплю, то очень странно. Могу поспать ночью 2 часа, потом проснуться, не спать. Уснуть часов в 11. И режим какой-то непредсказуемый и разный у меня. То есть это странно. Я хочу его хоть немного наладить, что ли. Нихера себе. Главный прием! Вау! Насчет спать или нет, я вот не знаю, в раздумьях сейчас. Давай сыграем эту игру, потом скажу. Как пойдет игра, короче. Охуеть. Какой тайминг неприятный словил. Да что с этим человеком не так? Я думал, он меня убьет сейчас. Как он не умер сразу, я не понял. Что, блядь? Кто вы? Что происходит? Что происходит? Вы посмотрите на мини-карту. What the fuck? Куда вы все уехали? Я здесь. Еще мою машину забрали, блядь. Это нереально, ребят. Но я не хочу так играть. Хоть бы пофайтили со мной, что ли. Чего вы сразу уехали, а? Да что такое? О, его убили! Засилил, сучара! Я надеюсь, мы зачитали килл за того типа, которого я взорвал сейчас. Ай, блядь, какого хуя? Я взорвался на мини! Пиздец. Не убивай никого. Блять!
Так, а что, я, получается, пойду попробую залутать себя, там вроде камушек есть. Но я умер не в зоне, зона идет, я успею или нет, вот в чем вопрос. Пикни. Там файты нереальные происходят, кажется. Меня дабл-кликнула мышка, сука. Почему так не вовремя? Он его убил или нет? Получается, не убил. Цель уничтожена, серьезно? Вот так вот быстро. Я хз, короче, тут... По идее, челобас должен быть здесь в эпохе. Ага. Блин, пока я свапну свое оружие, он уже улетит миллион раз куда-то. В другую сторону. Пойдем закрывать, получается. А, как он промазал. Как он промазал. Выходи. Тайминги. Все просчитано, получается. Мы бежим по полю, нам все пофиг. Интересная позиция у тебя была. Судя по всему, закрывал зону. Но я хз, где типы? Абсолютно не понимаю. 7 человек? Ну где? Не знаю, если я поеду сейчас канал за комплектом, мне кажется, я умру. Лол, не умер. Живем. Там тип брусики, походу, сидит. Самая блюдская позиция у меня сейчас, конечно. Мне бы на кухню заехать. Блять, ты кто? А главное, где? Дайте мне сосредоточиться и собраться с мыслями, почему я прыгаю туда-сюда. А где второй? Да почему кряк? А, он один остался, серьезно? Понятно.
Топ-1! Мы заняли топ-1! Yeah.